привет! Привет, Том! А ты что такой довольный? Да я тебе сейчас такое покажу! Ты просто обалдеешь! О нет! Только не это! Том, у меня на спине нет рюкзака? Нет. Фу, черт, а! Что же теперь делать? Как могло произойти-то такое? Макс, так что вообще происходит-то? Блин, я же с ним шел-то все время, а? Фу, блин. Вот елки-палки. Как такое могло произойти-то, а? Блин. Да что с тобой, Макс? Тебя будто оса ужалила. Да, Том, я спешил к тебе. Хотел поделиться с тобой хорошей новостью. Мама нашла мою любимую детскую игрушку. Собачку, с которой я спал все детство в обнимку. Положил ее в рюкзак, приехал к тебе, а рюкзака нет. Походу, я ее забыл в автобусе. Неужели я никогда не увижу свою любимую мягкую игрушку? Блин, Макс, я думала, случилось что-то серьезное, а ты просто игрушку потерял. Ха-ха, вот это трагедия. Чего? Какую-то мягкую игрушку? Тома, это не просто мягкая игрушка. Это, можно сказать, мой жизненный талисман. Ладно, ладно, Макс, я поняла. Это дорогая для тебя вещь. Если она так дорога, то обязательно найдется. Ты только не переживай. Мы точно что-нибудь придумаем. А что мы придумаем, а? Может быть, ты лично знакома с водителем автобуса, и он возьмет мой рюкзак и привезет лично мне, а? Так, Макс, вспоминай, а в рюкзаке что-нибудь, кроме этой игрушки, ценное было? Да вроде нет. Телефон в кармане. Да и деньги тоже. Ну вот, видишь, никому, кроме тебя, этот рюкзак нафиг не нужен. Ага, кто-то его найдет и выбросит на помойку. Спасибо, успокоила. Да, Макс, никто не выбросит твой рюкзак, не нагнетай, а. Все будет хорошо. Главное, очень сильно захотеть, и он найдется. Ага, конечно. Сейчас я закрою глаза, загадаю желание, и рюкзак прилетит мне через забор. Точно! Что точно? Точно, Макс, надо загадать желание. Ага, и махнуть волшебной палочкой. Да при чем здесь палочка вообще? В мире очень много вещей, которые способны исполнять желания. Короче, Макс, я пока тебя ждала, посмотрела трейлер к новому фильму «Чижик-пыжик возвращается». Том, какой еще пыжик? Да слушай ты, в Санкт-Петербурге есть знаменитая скульптура «Чижик-пыжик», которая исполняет желание. Надо только бросить на нее монетку. А, кстати, вот смотри трейлер, сам все поймешь. Если на постамент монеткой попадешь, желание сбудется. Ну, а ты что? А я должен сделать так, чтобы все было как раньше. То есть твои желания Чижика, да? Да. Чижика-пыжика... Украли. Плохо. В сказки нужно верить, когда тебе обязательно повезет. Понял? А что там было дальше? Что там дальше, узнаем, когда пойдем в кинотеатр 31 августа и посмотрим фильм. А пока надо ехать в Питер к Чижику-Пыжику и загадывать желание, чтобы твой рюкзак нашелся и игрушка. Ага, легко сказать, ехать в Питер. Ну да, не так-то это и просто. Ну хорошо, давай попробуем ее сначала найти, а если не получится, поедем в Питер. Ну, давай попробуем. Только как искать-то ее? Ты просто не понимаешь. Я все детство эту собачку из рук не упускал. И вот, через столько лет, мама ее нашла, а я ее в этот же день потерял. Почему я такой лошарный, а? Вечно мне не везет. Макс, Макс, хватит тут жуть нагонять. Найдешь ты свою игрушку, я тебе помогу. И как? Как? А ты вообще в курсе, что моя прапрабабушка была гадалкой? И я, между прочим, унаследовала ее способности. Ща, подожди, Том, лапшу с ушей сниму. Ну не веришь, как говорится, проверишь. Пойдем пить кофе. Я не хочу пить кофе. Игрушку хочешь найти? Хочу. И кофе захочешь, пойдем. Капец, а. Ну как так-то, а? Ну только со мной могло это произойти. Ладно, рюкзак, ну блин, игрушка-то, а? Как мне игрушку-то вернуть? Жесть. Так, Максим, давай, садись за стол и быстрее начинай пить кофе. Да, Том, ну мне вообще, честно, не до твоего кофе.
Ты хочешь узнать, где сейчас твоя игрушка? Хочу, а как мне... Тогда пей до дна кофе. Мне нужна твоя кофейная гуща. Быстрей, быстрей! Том, а ты что, прям реально гадать умеешь? Макс, конечно, умею. Быстрей кофе пей. Ты хочешь узнать, где твоя игрушка любимая? Да, очень хочу. Быстрей пей тогда. А, как горько. Все, я допил. Ну, давай. Угу. Посмотрим, что же там. Ну, чё, чё-нибудь видно? Подожди. А что должно произойти-то вообще? Макс, не кричи. Ты чего так кричишь-то? А что? Сейчас всю энергетику распугаешь. Какие такая чёрная жижа. Ну чё, чё-нибудь виднеется уже? Ну что, Макс, пока вижу плохие новости. В смысле плохие? Короче, смотри. Здесь, значит, густой-густой лес, и только вдалеке стоит маленький деревянный домик. Ага, и? Странно, что бы это могло значить? А то, что мою любимую собачку утащили в лес. Ну, за такое короткое время это невозможно. А то, что ее туда утащат, вполне вероятно. Так, нам нельзя терять ни минуты. Теперь посмотрю по своей кофейной гуще. А может тут какая-то хорошая новость будет, а? Вот не знаю, сейчас посмотрим. Странно. Я отчетливо вижу здесь сердце. Получается, твоя игрушка кому-то очень сильно понравилась? Ну, или в меня кто-то влюбился. Надеюсь, второе. Потому что я очень хочу, чтобы моя игрушка вернулась ко мне. Так, сиди тут, я сейчас приду. Как по этому вообще можно гадать? Ничего же не понятно. А это еще что такое? Это досталось от моей прапрабабушки. Здесь тысяча всяких гаданий и предсказаний. Как ты это все понимаешь вообще? Да я ж тебе говорю, мне способности от нее перешли. Слушай, ты посмотрел, а? Ты с ума сошел? Тебе что, проблемы нужны? Моя прапрабабушка Эмилия завещала ее мне. И открывать ее могу только я. О, вот нашла. Это очень классное гадание. И по нему мы сейчас попробуем узнать, где же твоя игрушка. Фиг разберем уж даже, что тут написано. О, всемогущий шар, дай мне энергии, помоги нам найти пропажу. Пусть огонь поможет нам. Ничего себе, Том, а почему ты мне раньше не говорил, что ты так умеешь? Бери свечу и зажигай ее, Максим. Ага. Теперь ты должен накапать воск в воду. Ага, капаю. Никак не могу понять, что бы это могло значить. Да потому что у тебя нет вообще никаких способностей. Будешь много болтать, вообще перестану тебе помогать. Ладно, ладно, все, молчу. Вот именно, молчи. Чем-то мне это напоминает участок наших соседей, точно. Они как раз недавно кур завели. Смотри, вот это куры маленькие. Том, ты что, с ума сошла? Какой участок? Какие куры? Да точно тебе говорю, твою игрушку их куры утащили. Они такие бесячие. Да ты в своем уме? Что куры бы делали в автобусе? Или на остановке? Кстати, может быть, я его там забыл? Ну да, точно, не увязочка. Но проверить не помешает. За мной. Так, Макс, это ты. Макс, смотри, видишь там свой рюкзак? Да нет, Том, что-то не вижу. Что вам тут надо? Потеряли что-то? Сейчас выйду, по башке вам надаю. А ну стоять. Упали. Хулиганы. Том, с тобой одни приключения. Зачем мы тебя вообще послушивать и подглядывать за твоими соседями? Не подглядывать, а искать игрушку твоего детства. Все, пойдем.
Я вспомнила очень эффективное гадание. Оно мне 100 раз помогало и тебе поможет. Сейчас мы узнаем, найдешь свою игрушку или нет. Ну, хотелось бы найти, наверное. Интересно, что за гадание? Так, сахар, лимончик. Тома, зачем ты это все в воду добавляешь? Сейчас ты все узнаешь. Мед и соль. Все готово. Макс, отворачивайся. Так, Макс, не подглядывая, выбери стаканчик. Поворачиваться можно? Да, да, только, вот, да, вот так вот. Выбирай стакан. Давай выберу вот этот. В стакан пока не заглядывай. Смотря с каким вкусом тебе попалась вода, от этого будет зависеть, найдешь ты рюкзак или нет. Все, пей. Фу, что за кислятина? Тут лимон. И что это значит? Вообще, это не очень хороший знак. Вот если бы тебе попалась вода с сахаром, мы бы точно знали, что ты найдешь игрушку. А так тебе попалась вода с лимоном. Знак неутешительный. Да ну, Том, мне кажется, фигня это все. Просто это я невезучий, как обычно. Да. Ну ладно, надо отвлечься. Пойдем прогуляемся, заодно и перекусим. Да нет у меня аппетита вообще. Ну хорошо, по дороге еще будем оглядываться и искать твою игрушку. Пойдем. Ладно. Макс, а ты точно тут проходил? Да точно я тут проходил. Я же тебе говорил, я от остановки шел по этой дороге. Давай вспоминай, в какой момент пропал рюкзак. Да блин, мне вообще казалось, что я все время шел с ним. Черт, да если мы его вообще не найдем, как я переживу? Это там же моя любимая игрушка. Макс, все мы найдем. Нам главное сейчас отвлечься и перекусить. Макс, ты что будешь? Да Том, ничего я не хочу. Да в смысле ничего не хочешь? Ну, Макс. У меня даже аппетита нету. Том, может, не обязательно здесь кушать, а? Пойдем отсюда. Макс, ну я хочу поесть. Так, Макс, держи. Это твоя картошечка, твоя трубочка и твоя кока-кола. Да нет, Том, что-то не хочу кушать. Да давай, кушай, Макс. Я так, колу чуть-чуть попью. Приятного аппетита. И тебе. Спасибо. Вкусненько. Слушай, так мы же можем на картошке погадать. Посмотри. Найдется. Не найдется. Том, ты что, серьезно или прикалываешься надо мной? Серьезно, серьезно. Ты давай тоже. Найдется, не найдется. Ладно, так. Хорошо. Найдется. Найдется. Не найдется. Не найдется. 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 Не найдется. Не найдется. Найдется! Макс, ну все, мы точно найдем твой рюкзак и твою игрушку. У меня тоже последние две. Найдется? Не найдется. Да это глупо вообще, гадание на картошке. Да и то закончилось тем, что не найдется. Макс, ну успокойся. У меня же вышло найдется. Значит, я найду твой рюкзак. Ну или же помогу тебе найти твой рюкзак. Так что мы в любом случае найдем твои вещи. А вообще, Макс, лучше всего у меня получается гадать на картах. Так что давай, собирайся и пойдем домой. Погадаю тебе. Макс, смотри. Чижик-пыжик возвращается. Вот, видишь, в кино с 31 августа. Ага. Надо будет обязательно успеть взять билеты. Точно. Все, пойдем. Ну что там? Подожди. Ну хоть что-нибудь скажи, ну вон же у тебя карты уже лежат, что они говорят, а? Не отвлекай меня, ты меня сбиваешь и мешаешь мне сильно. Ну что ж так долго-то, а? В общем, Макс, слушай. Иди сюда. Твоя игрушка в надежных руках. А что, мне этому надо радоваться или грустить? Ну, конечно, радоваться.
По картам я вижу, что твоя игрушка находится у какого-то взрослого человека, которому она нафиг не нужна, потому что он владелец, возможно, какого-то крупного завода. А как ты вообще видишь по этим картам, что он владелец завода? Ну, я предполагаю, размышляю. Значит, выдумываешь. Макс, не зли меня. На меня тут озарение нашло. Кажется, я поняла, где твоя игрушка, которую мы весь день ищем. Чё, серьезно? Короче, я вспомнила. У нас на соседней улице живет очень богатый дядька. Про него все соседи знают. О, нет, нет, Том, я на это не подпишусь. Ни за кем и следить не буду. Да он нас поймает и по башке нам надает. Нет, Том, я на это не соглашусь. Ну, не хочешь как хочешь, я тебя уговаривать не буду. И следить вообще-то ни за кем не надо было. А что надо делать? Да мы просто могли наклеить на его ворота объявление, что пропала такая-то игрушка, просим вернуть за вознаграждение. Только на объявлении надо будет указать твой номер телефона. И чё, думаешь, сработает? Да точно я тебе говорю, карты не врут. Ну, чё-то я все равно не верю в эти твои карты. И как ты в них вообще что-либо видишь? Ну, попробуем все равно, ладно? Так, давай описывай свою игрушку. Попробуем похожую в интернете найти. Ты породу Джекрасу знаешь? Да. Вот точно на такую же похожа. Такая же маленькая, беленькая и в коричневое пятнышко. Только вот моя была еще намного пушистее и мягче. Так, ладно, Макс, сейчас что-нибудь подобное найдем. Вот, посмотри, на твою похоже? Ну, да, чем-то похоже. Угу. Так, все, распечатываем. Все, Макс, готово. Пойдем клеить. Том, может ты сама, а? Я тебя тут подожду. А ну, бегом обувайся, идем. Ну все, надеюсь, нам позвонят. Ага, чем быстрее, тем лучше. Том, уже вечер. Скоро стемнеет. А нам так и никто не позвонил. Может, все-таки игрушка не у него, а? И вообще, мне кажется, никакие суперспособности тебе от твоей прапрабабушки не достались. Чего? Я тут весь день вожусь, пытаюсь ему помочь, не занимаюсь своими делами, поддерживаю его. И вот такая благодарность? Короче, говори, что хочешь. Я очень расстроен, и мне кажется, ты вообще меня обманула. Все, пока. Неблагодарный. Рюкзак! Мой рюкзак! Офигеть! Тут точно! Вернулась ко мне! Тома, ты хоть и самая никудышная гадалка, но самая лучшая подруга. Ты же не обижаешься на меня? Смотри, что я нашел! Рюкзак мой и собачка моя! Чего? Где ты нашел? Ну, не нашел, они сами мне прилетели через забор, прикинь. Как это? А кто мог через забор нам кинуть твою собачку? Да я не знаю, Том, да это чудеса какие-то! We'll be right back.